Всем привет! Извиняюсь за такой вид. Я уже третий день живу в лесу с ежиками. Мы уехали отдыхать. Я взяла неделю отпуска. Что-то прям очень сильно я устала. Просила руководителя на неделю отпуск. Вот. И, соответственно, я вот поэтому и пропала. То есть меня в городе нет. Птиченьки мои с мамой. Мама за ними приглядывает, кормит, убирает и так далее. Вот. Я уехала далеко, где-то, ну как далеко, где-то около 200 километров от дома, в глухой лес, практически глухой, вот. Именно на буднях, потому что здесь нет никого, здесь можно отдохнуть душой, здесь такая природа, здесь кого только нету. Целыми днями только и наблюдаем. Утром одни животные, вечером другие, ночью третьи. Живем в палатке. Днем цапли, соколы летают. Вечером, когда начинает темнеть, начинают визжать и кабанчики, как бы летают летучие мыши. Просто красота. А когда вечером закрываешься в палатке и ложишься спать, начинаются хороводы вокруг палатки. С утра выходишь и смотришь вокруг твоей палатки следы. Что-то все время шуршит, короче, ежики бегают. Вот. Это ли не кайф? Птичек сколько много летает. Летать на видео. Так что меня не теряйте. Я вернусь, наверное, в конце недели, не раньше. В общем, отпуск. В конце августа, даже, наверное, в середине, я уеду также в Астрахань рыбачить. Если вам интересно, пишите, я буду оттуда скидывать вам видео. Всем пока!